15 сентября в Нефтекамске будет малооблачно, возможно небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 9 градусов Цельсия. Днем ожидается плюс 13, а вечером столбик термометра остановится на отметке 11 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 745-747 миллиметров ртутного столба. Народная примета гласит, что сухой и теплый сентябрь предвещает поздний приход зимы. А я передаю привет всем знакомым, родным, всем, кто не знает. Застройщик ООО «Сальвия» предлагает комфортабельное жилье для молодых в микрорайоне «Радужный». Одноподъездные 10-этажные жилые дома, консьерж-сервис, отдельная комната для хранения колясок и санок, улучшенные грузовые и пассажирские лифты. «Сальвия». Подробности в отделе продаж. Улица Дорожная, 15А. Телефон 7027. 7027.